Никаких аномалий я не вижу. У вас совершенно здоровый малыш. Ты счастлив? А ты как думаешь? Кстати, у нас новые соседи. Семейная пара. Привет. Привет. Недавно переехали? Да, вчера вечером. Не пойму, зачем ты их пригласила? Они тут никого не знают. Она показалась мне одинокой. Ты в нее влюбилась? Это тебе. Спасибо. Давно вы вместе? Почти 10 лет. И до сих пор нет детей? Мы не знали, хотим ли мы детей. В каком смысле? Я всегда знала, что хочу детей. Я не понимаю, что со мной. Мы уходим. Что происходит? Ничего! Не трогайте мою жену! Мы бы хотели извиниться перед вами за то, что вам наговорили. Восхитительно и элегантно. Он наш. Остальное не важно. Острая психологическая драма. Я могу сидеть с Билли, хоть иногда. А ты отдохнешь. Сколько можно? С ним что-то не так. Чистейший саспенс. Я знаю, чего хочу, и добиваюсь этого. Вы оба чудесные. Фильм претендует на территорию Полански. Тебе это показалось? Этого не было. Ты с ней заигрывал? Здесь кто-то был. Я не вернусь в этот дом. Так всем будет лучше. Я люблю тебя, милый. Чужая душа, потемки. Этажом ниже.